Визит состоялся в рамках программы буддийской культуры «Спасибо, Россия-2018». 8 монахов легендарного монастыря Панчен-ламы Тибета прибыли в Россию по приглашению почетного представителя Далай-ламы в России, Монголии и СНГ, а также Центра тибетской культуры и информации. Монастырь Ташилхунпа известен благодаря своей традиции исполнения костюмированных сакральных танцев мистерии Цам. Их гости и продемонстрировали в этнопарке «Моя Россия» в горах Сочи. Вход для зрителей был бесплатным. Сегодня заключительный день визита делегации в наш город. Монахи посетили сочинский центр аюрведы.